Вы наверняка сам большой профессионал в организации своего трейлинга. Что вы делаете? Мы сейчас узнаем какие-нибудь тайны, помимо того, что можно сходить на сайты, как наиболее быстро перелететь из Куала-Лумпур в Гонолулу. Как все-таки есть какие-то фишки, которые вы нам тайно сейчас расскажете? Часть этих фишек уже работает на One-Two-Trip'е. Я уже летаю достаточно давно не один, с семьей. И, конечно, хотелось бы экономить на тех же перелетах дальнемагистральных. Тем более, что делать? У нас очень тем мало более, времени. Если мы летим давайте бизнесом. Сэкономим вместе. В общем, когда вы ищете билет, не задавайте сразу информацию о том, сколько человек реально летит. Потому что если вы зададите 3 человека, вам GDS вернет те цены, те тарифы, на которых есть 3 места минимум. А может так случиться, что есть одно дешевле, а одно еще дешевле. И только набирая по одному, вы можете сэкономить до 30%. Тем более это существенно, когда летаете бизнесом. Экономия 30%, не добиваем, соответственно, всех участников. Да, поэтому 1,6 получается, делать. Мы поняли. Да, да. 1,6 пассажира. Люди реально вот таким образом. И второй пример, когда вы летаете, допустим, часто в Европу. Если раньше авиакомпании, скажем так, дозарабатывали путем продажи в одну сторону билетов дороже, чем туда-обратно, и люди, зная это, искали место в одну сторону, туда-обратно, то сейчас зачастую дешевле искать туда отдельным билетом, а обратно отдельным билетом. Экономия до 15% так. Может достичь. А на всяких бонусных программах, вот с Аэрофлот бонусом очень трудно это, все время. Это маркетинговая такая, я не знаю... Пирамида даже какая-то.